Я заметила, что в анекдотах, особенно на семейную тему, мужчины почему-то всегда герои. Вот всегда. И одному такому герою жена говорит: Вася, посмотри на нашего соседа. Посмотри, я тебе говорю. Посмотри, как он к жене относится. Посмотри, как он ее любит. Господи, как он ее любит, я не могу. Как он ее любит. Каждый день цветы, подарки, конфеты. Он ее на руках носит. Целует через каждую секунду. Ты понимаешь, через каждую секунду он ее целует. Почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит: ты че? Я ее даже не знаю. Вот вы знаете, вот когда мы вступаем вот в эти отношения, да, нам кажется, что вот наша любовь, она будет вечно с нами. Но опыт почему-то говорит о другом. Но вы знаете, вот, друзья мои, это мое личное мнение, вы можете с ним не соглашаться. Но я так думаю, что для того, чтобы костер любви горел жарче и дольше, надо все-таки супругам почаще друг от друга отдыхать. Это вот мое мнение такое, да. Мужчины всегда в этом месте почему-то аплодируют. Иногда даже стоя. А если серьезно, они молодцы, они берегут семью. Понимаете? Вот они умеют отдыхать. И у них вот есть специальные места. Вот давайте, девочки, давайте мы вот сейчас просто громко обнародуем этими, назовем их. Вот где наши мужчины любят от нас отдыхать? Где? Рыбалка. Замечательное место отдыха. Мужское, прекрасное, да. Но, знаете, вот есть такой очень хороший анекдот по поводу мужского отдыха на рыбалке. Когда встретились две подруги, одна другая говорит: ты знаешь, ну, мой же, он обожает рыбалку, он просто фанат. Он каждую свободную минуту он на рыбалке. Он дома не живет, он на работе на рыбалке, на работе на рыбалке. И я ему решила на юбилей сделать шикарный подарок. Я просто купила ему замечательный набор дорогостоящих блесен. Подарила. А он посмотрел, говорит: а что это? Ну, кто-то говорит, гараж это близко, могут помешать. А вот баня мне очень нравится, потому что баня — это классика жанра. Это знаете, это просто международный мужской спа-салон. Баня. Девочки, они там все успевают, кроме помыться. Ну ничего, мы не ревнуем, мы не мешаем им отдыхать. Когда наши мужчины в бане, мы тоже с девчонками на кухне, и знаете, с удовольствием добела моем им кости. Девочки, я не знаю, что мне делать, помогите. Мы столько лет вместе, я не могу его понять. Понимаете, я не понимаю, когда он серьезно говорит, когда он шутит, я не понимаю. Я ему задаю серьезный вопрос. Я говорю: Петя, вот скажи мне честно, ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Он говорит: ухаживал. Я говорю: ты что, шутишь, что ли? За кем это ты до меня ухаживал? Он говорит: как за кем? За скотиной в деревне. Ой, девочки, да все в их логике, понимаете? Говорят, мужская логика. О, да нет ее, вообще не существует. Мужик, он же чем подумал, то и почесал. Какая там логика? Ну смотрите, что получается по их логике, да? Кутузов, который сжег Москву, герой. Где логика? Москву сжег герой. Я вчера котлет сожгла, я овца криворукая. Девочки, а мы такое смешное, слушайте. Бритву дорогущую купил. Сегодня с утра бреется. Я, значит, посуду мою, слышу, мат-перемат. Зачем их купил, столько денег отдал? А я, главный посуду мою, про себя думаю: странно. А линолеум она хорошо резала. Вы знаете, вот мне кажется, что мужчина в браке, друзья мои, как муха на липкой бумаге. И вроде как и сладко, и скучно, и улететь нельзя. А как же им хочется в полет? Как же им хочется вырваться из семейного гнезда. Хотя бы на чуть-чуть. Иногда получается. Они вылетают. Они взбиваются в свои мужские стаи. Остаются без нас, без женщин. И о ком они тогда все время говорят, девочки? О ком? А? О нас. О нас, о женщинах. И говорят: ну что, Санек, тебя, говорит, можно поздравить, Саня. Ты же, говорят, женился.
женился. Молодец, Саня, мужик, поздравляю. А чё женился-то, а? Чё женился? Женился и всё. Женился! Надоело по столовкам бегать. А теперь? А теперь нравится. А я, мужики, так скажу, баба на место свое должна знать. Посмотри на мое. Слово поперек не пикни. Ты что ты говоришь? Что варю? А варю? Ну. Скажи, раз по-разному варю. Вчера, например, королева пришла. И мне с порога, Почему посуда грязная? Я говорю, цыц! Я еще полы не помыл. А у меня, мужики, вот такая жена, это Нинка, вот, да. Вот везучая баба, да. А, сижу, борщ хлебаю, приходит. В новых туфлях пришла. Я говорю, не понял, Нинок, откуда туфля? Она говорит, Вить, не поверишь. Иду мимо помойки, стоят. Я примерила мой размер. О, бабе везет, каждый день везет. Вчера в новой шубе пришла. Да, в подъезде ее размера лежала. А почему Нинка шубу нашла? Потому что Нинка баба везучая, не то что я. А я не везучая, мужики, вот вообще не везет, вообще. Один раз в жизни под кроватью носки нашел, примерил, не мой размер. Друзья мои, вот этими анекдотами я сейчас не хочу обидеть мужчин. Вот это не моя задача. Я сейчас, знаете, я сейчас даже больше смотрю на девчонок. Девочки, вы мне нравитесь. Вот, знаете, и прически, и улыбки, и румянец. Все при вас. Вы красавицы, поверьте. Я понимаю, почему это происходит. Вы сейчас в зале сидите. Замечательный концерт. Вы отдыхаете. Девочки, я вас очень прошу. Запомните это состояние души. Вот, поверьте мне на слово, вам очень... очень идет отдыхать. Делайте это почаще. Потому что, знаете, каждая женщина – это чья-то мечта. Только надо дождаться своего мечтателя.